Надеюсь, он мне не понадобится. Но что-то мне подсказывает, что зря надеюсь. Никогда не верьте рекламе для туристов. Никогда не верьте рекламе для туристов. А теперь убирайтесь. Мистер Чарльз Рид собственной персоной. Наконец-то. Очень рад вас видеть. Приятно познакомиться. Йоханнес Вандерберг к вашим услугам. Я же обещал встретить вас, как только вы прибудете. Весьма признателен, мистер Вандерберг. Простите, я не воспринял ваше обещание так буквально. Для вас просто Йоханнес. О, где же мои манеры? Добро пожаловать в славный город Окмунд. К сожалению, он сейчас переживает не лучшие времена, хотя и очень важные. Попасть в Окмунд было нелегко. Он не отмечен на большинстве карт, а добраться сюда можно только на этом старом пакетботе. Почему? Окмунд — необычное место. Из-за его уникального географического положения и недавнего потопа попасть сюда стало почти невозможно. Но вам это удалось, мистер Рид. Уверен, рано или поздно волны судьбы все равно принесли бы вас сюда. Расскажите мне о потопе. Он начался полгода назад. Несколько недель подряд бушевали бури, вода все прибывала и не желала спадать. Теперь город отрезан от материка. Если честно, мне это даже нравится, несмотря на все неудобства. Очень атмосферно. У вас очень эффектный костюм. Спасибо, мистер Рид. Потоп — это еще не повод, чтобы одеваться как попало. Вижу, вы любите желтый цвет. Да, это моя слабость. Личная причуда, если хотите.
Вы сказали, что знаете того, кто может мне помочь. Мои видения становятся все хуже. Здесь, в Окманте, такие яркие видения в порядке вещей. Кстати, вам повезло. Я имел в виду Роберта Трагмортона, а он как раз в порту. Он посвятил много времени и сил изучению этого феномена, но, боюсь, сейчас у него проблемы посерьезнее. Как мне найти мистера Трагмортона? Не волнуйтесь, вы его сразу узнаете. Трагмортон, скажем так, не похож на других. Расскажите мне про мистера Трагмортона. Выдающаяся личность, достойный отпрыск своего рода. Филантроп, ученый и покровитель знаменитого Окманского университета. Очень амбициозен и невероятно самолюбив. Не заставляйте его ждать. Мне нужно где-то жить, пока я здесь. Может, посоветуете гостиницу? Не волнуйтесь, я уже приготовил вам уютное гнездышко. На ваше имя забронирован номер в гостинице «Риф Дьявола». Вот ключ. Звучит заманчиво. Не судите книгу по обложке, мистер Рид. Чем вы занимаетесь, мистер Вандерберг? Я возглавляю философский клуб, в котором собирается местная интеллигенция. Они слетаются ко мне, как мотыльки на пламя свечи. И много осталось в Окманте любителей философии? Без боли нет сознания, мистер Рид. В тяжелые времена все становится кристально ясным. На чем лучше передвигаться по Окманту? Я хочу оставить вещи в гостинице. Местные в основном ходят пешком или ездят на лодках. Лодку я вам приготовил, вы найдете ее возле порта. Вы очень любезны, Йоханнес. А как мне доплыть до Рифа Дьявола? Вот, возьмите карту. Я отметил на ней гостиницу и еще несколько важных мест. Еще несколько мест? Каких? Ну, вы ведь частный детектив. Я отметил полицейский участок, городской архив, редакцию газеты. Они пригодятся в ваших расследованиях. Город отрезан от мира, и многое здесь не очевидно. Никто не будет водить вас за ручку, вы должны сами искать информацию. Что ж, пожалуй, мне пора. Спасибо, что помогли сориентироваться. Не за что, мистер Рид. Был рад помочь. Да, и еще. Как мне с вами связаться? Об этом не беспокойтесь. Я сам вас найду. Мы еще встретимся. Мне плевать на ваши жалкие отговорки. Никто не покинет порт, пока не найдется мой сын. Это мое последнее слово. Простите, вы Роберт Трагмортон? Да. Но вы мне не интересны. Уходите. Меня зовут Чарльз Рид. Я частный детектив, только что из Бостона. Мне посоветовали обратиться к вам за помощью. Частный детектив, говорите? Пожалуй, мы сможем помочь друг другу. Не хочу показаться грубым, но я никогда не встречал человека, похожего на вас. Конечно. Обычные люди Трагмортонам не ровня. В наших жилах течет кровь благородных и сильных предков.
Мой отец породнился с одной королевской семьей, которая наградила всех отпрысков своими утонченными чертами. Можно узнать, что случилось с вашим сыном? А вам какое дело? Почему вы спрашиваете, чужак? Я же говорил, что я частный детектив. Искать пропавших людей — это моя работа. А. Альберт участвовал в подводной экспедиции, которую я организовал. А этот никчемный идиот говорит, что нашел его в шлюпке на берегу. Якобы он был не в себе, бредил и нес чепуху на каком-то неизвестном языке. А потом попытался его укусить. А вы ему не верите? Ни единому слову. Я же сам его вырастил. Альберт — сильный и умный юноша, великолепный представитель своего рода. Это совершенно на него не похоже. Здесь замешаны инсмутцы. Попомните мои слова. Как я понимаю, вы не очень-то любите инсмутцев. После того, как полиция сравняла инсмут с землей, рыбоморды и уроды перебрались сюда. И теперь эти мерзкие мигранты заполонили полгорода. Порт, Гримхейвен Бэй, Салвейшн Харбор, Шеллс — они повсюду. Значит, они просто беженцы. Если бы. Они оставили местных рыбаков без работы, буянят на улицах, настраивают горожан против нас. А ведь семья Трогмортонов — опора этого общества. Не говоря уже о том, что уровень преступности взлетел до небес. Инсмутцы — просто огромная, вонючая куча неприятностей. Я слышал, что с вами можно поговорить о видениях и вспышках истерии. Я пытаюсь выяснить их причины. Ну вот, еще один приезжий со своими проблемами. Я знаю, о чем вы. Можно задать вам несколько вопросов? Какая наглость! У меня пропал сын, а в этом проклятом городе никто и пальцем не пошевелит. Да, конечно, давайте поговорим о ваших видениях. Мистер Трогмортон, давайте я вам помогу. Я умею искать пропавших людей и найду Альберта. Откуда такая уверенность? В Окмонте приезжим приходится не сладко. Скажем так, я умею замечать то, чего другие не видят. И потом, что вы теряете? На вашем месте я бы обрадовался любой помощи. Вира, вы правы, приезжий. Простите, вы сказали «Вира»? Что это значит? Если хотите освоиться, привыкайте к местному диалекту, чужак. Это потрясающая смесь разных наречий. Вира значит «хорошо». Я имел в виду, что мы договорились. Ясно, спасибо. Расскажите подробнее, что случилось с Альбертом? Дейн, вы что, не слушали? Я уже все вам рассказал. После того, как Альберт покинул экспедицию, его нашли в шлюпке на берегу. Рыбак якобы отнес его к себе домой, а потом пошел звать меня. Но когда я пришел, моего сына уже нигде не было. Еще что-нибудь? В доме явно случилась беда. Перестаньте тянуть время. Идите туда и посмотрите сами. Где дом, в котором все произошло? И вы еще называете себя детективом? Мы же стоим прямо перед ним. Та шлюпка, о которой вы говорили, еще здесь? Да. Повернитесь лицом к дому и слева увидите забор. За забором пляж. Шлюпка там. Я бы с удовольствием поболтал с вами еще, мистер Трогмортон, но мне пора заняться делом. Скорее найдите моего сына, чужак. Не делайте глупостей и держите руки на виду. Я уже рассказал все, что знал.
Эта собачья подстилка чище хозяйской кровати. Книга попорчена сыростью, но раньше с ней явно обращались очень бережно. Книга попорчена сыростью, но раньше с ней явно обращались очень бережно. Нужно очень постараться, чтобы сдвинуть этот шкаф с места, не говоря уж о том, чтобы опрокинуть. Ну, посмотрим, что вы найдете. Эй, привет. Ты меня слышишь? А, моя голова. Что вы... Кто? Полицейский? Я уже все рассказал. Успокойся, я Чарльз Рид, частный детектив. Меня нанял мистер Трогмортон, я ищу его сына. А, ясно. Что вы хотите знать? Я хочу узнать, что здесь произошло, во всех подробностях. Я почти ничего не помню. Мы были здесь втроем. Я, Пол и Льюис, мы тут живем. Барри куда-то ушел по своим делам. А потом он вернулся с сыном Трогмортона. Тот был без сознания, едва дышал. Барри пошел звонить мистеру Роберту. А потом? Мы уложили парня в комнате Льюиса, и тут он стал издавать ужасные звуки. Кей, у меня голова чуть не лопнула. Потом он очнулся, и больше я ничего не помню, только видение. Затопленные улицы, спящий гигант, голос, который меня зовет. Мне это знакомо. Расскажи о себе. Меня зовут Уилл Хэммонд, я рыбачу. Бедняга Пол, Барри, этот инсмутец Льюис Флинт, тоже рыбаки. Мы жили тут все вместе. Перебрались сюда после потопа. Я раньше работал на железке, но она приказала долго жить, и мне пришлось ловить рыбу, чтобы не умереть с голоду. Кто такой этот Кей, которого ты все время упоминаешь? Не богохульствуйте. Кей — это Господь Всемогущий. Наш свет и спасение. Прости, я не знал. А где все остальные? Пол вон там, на полу. Храни-ка его душу. Барри снаружи с мистером Трогмортоном. Ему повезло, что он все пропустил. А куда делись Льюис и младший Трогмортон, я не знаю. Боюсь, это все плохо кончится. Ты видел, как погиб Пол? Нет. Когда я пришел в себя, он уже был мертвый. Кей, помилуй его душу. Мне пора идти. Береги себя, Уилл. Детектив, пожалуйста, скажите мне правду, сэр. Это... Я убил Пола? Кей, неужели я его убил? Пока не знаю, Уилл. Полиция не позволит никому войти или выйти, так что просто отдохни немного. Я боюсь того, что мне может присниться. Чух-чух. Здесь была яростная драка, и кто-то пытался сбежать. Этого бедолагу с трудом можно узнать. Его зверски избили. Этого бедолагу с трудом можно узнать. Его зверски избили. Пяти карт для фулхауса не хватает. Странно, что они не повесили сюда чей-нибудь портрет.
Хриган, Хригран, Гебхай, Нунгри, Нафтагн. Никогда раньше не видел таких ножей. Искусная работа. Похоже, жители Окманта не особо соблюдают сухой закон. Так вот, как выглядят инсмутцы. Получай, обезьянья морда! Что происходит? Давай, беги! Так... Посмотрим, что тут у нас. Получай! Давай, беги! Когда Альберт Трогморта очнулся, он был не в себе. Он напал на рыбаков и заразил их своим безумием. Потом его ранили, и он сбежал.
Я уже рассказал все, что знал. Где же твой Оберон, а, Титания? Ну что, чужак, нравится здесь? Привыкайте. Теперь из Окманта никому не выбраться. С тех пор, как инсмутцы стали тут рыбачить, я даже макрели не могу поймать. От этого шлема у меня мурашки по коже. Что с ним произошло? Мистер Трогмортон, я нашел в шлюпке вот эту бумагу. Похоже, ваш сын оставил завещание. Немедленно дайте сюда. Ох, бедный мой мальчик. Во что ты ввязался и зачем только я отправил тебя в эту проклятую экспедицию? Счастливо. Значит, рыбак погнался за Альбертом, даже несколько раз выстрелил. Даже раненый Альберт сумел забраться на такую высоту. Роберт не преувеличивал, когда говорил, что он очень силен. В кармане что-то есть. Кровь совсем свежая. Раненый не мог далеко уйти.
Дверь не поддается. Один точный выстрел в голову. Это не несчастный случай, а преднамеренное убийство. Осторожно! Под землей полно чудовищ! Они повсюду! Надо же было застрять в чертовом порту! Я пропущу раздачу еды у карпентеров! Добро пожаловать в бар под килем. Что вам нужно? Я видел каких-то жутких тварей. Никогда не встречал ничего подобного. Кто они такие, черт возьми? Значит, вам встретился Wild Beast. Никто не знает, что это за твари. Скажите спасибо, что вообще смогли унести ноги. Они появились после потопа. Одни говорят, что они вышли из моря, другие, что это божья кара. А вы как думаете? Раз их можно ранить, то можно и убить. Держите оружие наготове. А если хотите забыть об этих ужасах, могу предложить отличное средство. Помните, лучше быть живым трусом, чем мертвым храбрецом. Если только вы не чужак. Я ищу человека по имени Льюис Флинн. Он сюда не заходит? Даже если б я знал, чужаку не сказал бы. Слушайте, я знаю, что вы задолжали мистеру Флинну. Я нашел вашу записку возле трупа Альберта Трогмортона, сына Роберта. Похоже, у Льюиса неприятности. Может, он спрятался здесь, у вас? Если вы его сдадите, то долг можно будет не возвращать. Понимаете? Дрох! Так вот, откуда взялась кровь. Ладно, такие проблемы мне не нужны. Забирайте его. Ну так что? Он наверху. Вот ключ.
Обещайте, что разберетесь с ним раз и навсегда. Только в баре не стреляйте, ладно? Вот и отлично, вы сделали правильный выбор. Счастливо. Подойди, подойди, заблудшая душа. Я расскажу, что тебя ждет в будущем. А ты что, гадалка? Да, дорогой мой, да. О, мне все ясно. Тебя ждет много неожиданностей, чужак. По-моему, так можно сказать о ком угодно. Ха, я многое вижу, мальчик. И обо всем тебе расскажу. За скромную плату. Ладно, сколько? Доллар? Ха, здесь на твои деньги ничего не купишь. После потопа в Окмунте ценится выпивка, сигареты и патроны. Я облегчу тебе задачу. Я не курю. И что же меня ждет в будущем? Славно, славно. Дай-ка мне сосредоточиться. В ближайшие дни море будет щедрым. Оно принесет много даров, и многие пожалеют об этом. Что-то я не понимаю. Я вижу старое и новое. Жестокое сердце против стальной воли. Кто бы ни победил, ты тоже выиграешь. Но увидишь это только из железной клетки. И высокие колонны, окруженные мертвецами. Гонка от одной к другой. Само время смеется. Спасибо, буду иметь в виду. Не за что. Интересно посмотреть, как ты поступишь. Эй, прекрати! Чё? Отвали! Эй, ты кто такой? Что ты тут делаешь? Я Чарльз Рид, частный детектив. Мистер Трогмортон нанял меня найти его сына, Альберта. Думаю, ты понимаешь, зачем я пришел. Трох, я знал, что этому бармену нельзя доверять. Во всем виновата чокнутая обезьяна. Ясно? Успокойся, пока что я просто хочу поговорить. Но если попытаешься достать пистолет, я тебя пристрелю, даже пикнуть не успеешь. Мне нечего скрывать. Давай по порядку. Что произошло? Мы были дома. Я, Пол... И Уилл. Барри ушел в море. Хоть я и сказал ему, что ничем хорошим это не кончится. Послушайся он меня, все были бы сейчас живы. Не отвлекайся, Льюис. Ладно. В общем, Барри притащил к нам эту чертову обезьяну. Все кричал о том, что мистер Трогмортон отвалит кругленькую сумму за спасение сына. Но обезьяний сынок. Сначала он был в отключке, а потом вдруг очухался. Начал орать, кидаться на нас. После этого я ничего не помню. Ты стрелял без предупреждения и не оставил ему шансов. А когда Альберт побежал, ты погнался за ним. Зачем? Я не помню. Когда он очнулся на меня, как будто кровавый туман опустился. Пришел в себя уже на складе. Я был весь покрыт кровью. И не понимал, что случилось. Но было у меня подозрение, что без обезьяны тут не обошлось. И верно? Я слышал, что Инсмутс и Трогмортон не в ладах. Почему? Когда мы появились в Окмунте, эти обезьяны сразу нас возненавидели. Мы потеряли свой дом. Нам нужно было куда-то податься. Влиятельная семья Блэквудов помогла нам. Но остальные были совсем не так добры. Нам нужна была работа, еда, лекарства, а город не дал нам ничего. И что дальше? Нам и так приходилось драться за каждый кусок хлеба. А из-за этих Трогмортонов стало совсем не в моготу. Они вечно строили козни, настраивали против нас горожан. Хотел бы я, чтобы они хлебнули лихо, как мы. Так.
Ты сказал, что Блэквуды влиятельная семья. Можно поподробнее? А, так ты чужак, да? Тогда все ясно. Да, чужак с пистолетом. Отвечай. Ладно. Тут все помешались. На родословных, традициях, репутации. Есть три главных семьи, которые заправляют всем Окмантом. Карпентерам подчиняется местный криминал. Блэквуды в родстве с Инсмутцами через семью Марш. Дай угадаю. Третьи Трогмортоны. Да. Эти мерзкие обезьяны. Из Блэквудов почти никого не осталось. И нас, Инсмутцев, теперь некому защитить. А что... Почему ты... Что у тебя с лицом? А ты тоже будешь тыкать меня пальцем? Смеяться надо мной, потому что я выгляжу иначе? Давай, не стесняйся. Нет, прости, я не хотел тебя обидеть, просто не знал, как спросить. Я никогда еще не встречал таких, как ты. Инсмутса благословило море. Здесь ты нас часто будешь видеть, так что привыкай. Мы гордимся своим происхождением. Я узнал все, что мне было нужно. Пожалуйста, Рид, не говори про меня Трогмортону. Я знаю, что много прошу, но... Клянусь, я не желал никому вреда. Пожалуйста, смилуйся. У меня семья. Без меня они помрут с голоду. Пока ничего не могу обещать. Мне надо подумать. У меня еще осталось несколько патронов. Может, возьмешь их, чтобы лучше думалось? Думаешь, ты первый, кто пытается меня подкупить? Пожалуйста, Рид! Не испытывай мое терпение, Флинн. Мистер Трогмортон, я тут кое-что видел. Ну что еще? Говорите быстрее. Я видел каких-то странных существ. Они вели себя не очень дружелюбно. Это был Вайлд Бист. Я удивлен, что вы остались живы, мистер Рид. Эти твари появились в городе после потопа. Я приказал их изучить, но выяснить мало что удалось. Они агрессивны, но, к счастью, не бессмертны. Их можно застрелить. Да, это я уже понял. Постарайтесь их избегать, если это возможно. А если не получится, держите оружие наготове. Счастливо. Я уже рассказал все, что знал. Не делайте глупостей и держите руки на виду.
Моя голова! Голоса не замолкают. Мы посмотрим, что вы найдете. Здесь была яростная драка, и кто-то пытался сбежать. Мистер Трогмортон, боюсь, у меня плохие новости. О, нет. Я нашел вашего сына в подвале соседнего склада. Его убили выстрелом в голову, а тело спрятали. Мне очень жаль. Нет. Я вам не верю. Этого не может быть. Нет. Я выследил убийцу вашего сына. Где? Кто он? Я выследил убийцу, но на него напали какие-то твари. Они разорвали его на части. Это был инсмутский рыбак по имени Льюис. На нем была кровь вашего сына. Наверное, она и привлекла чудовищ. Вы уверены, что труп именно его? Абсолютно. От него осталась только кучка костей и кусок ткани. Но это точно обрывок куртки Льюиса. Можете спросить его друзей. Очень жаль. Отомстить ему должен был я, а не какие-то вайлбисты. С этими паразитами надо что-то делать. Так или иначе, правосудие свершилось. Легче мне не стало, но теперь я хотя бы знаю, что произошло. Спасибо вам. Мистер Трогмортон, не хочу показаться назойливым, но может теперь вы мне все-таки поможете? Да, вы это заслужили. Надо же. Только что прибывший чужак раскрывает преступление, которое оказалось не по зубам полиции. Ладно, ближе к делу. Напомните, зачем вы прибыли в Окленд? Я расследую случаи странного поведения и безумия. У всех жертв были видения об этом городе. Правда? Значит, у нас общая цель. После потопа в Окмонте началась необъяснимая истерия. Я выделил средства на экспедицию, чтобы изучить недавнюю геологическую активность. Возможно, дело в ней. Эта истерия включает в себя коллективные видения? После потопа многие окмонцы видели одни и те же кошмары. На них жаловалась даже профессор Доу, глава экспедиции. Подводные развалины с необычной архитектурой, спящий гигант, затопленные улицы, голос, зовущий из глубин. Да, совершенно верно. Она так хотела выяснить причину, что предложила организовать экспедицию. Геологическая экспедиция? Что-то я не понимаю. У меня есть причины полагать, что потоп и безумие были вызваны одними причинами, что наверху, то и внизу. Я отправил людей это выяснить. Экспедиция что-нибудь обнаружила? Не знаю. В ней участвует... участвовал Альберт. Я уверен, что он погиб не случайно. Почему он был в порту один? Куда делись остальные? Вы упомянули потоп. Думаете, это было не просто стихийное бедствие? Но вас здесь не было, мистер Рид. То, что произошло, не поддавалось научному объяснению. Думаете, вашего сына убили, потому что экспедиция что-то нашла? Это вполне логично. От них не было вестей целую неделю, а потом Альберт, единственный, кому я доверяю, возвращается, и его убивают. Вы правы, это подозрительно. Мистер Рид, я хочу, чтобы вы выяснили, что происходит.
Полагаю, вы заинтересованы в результатах экспедиции не меньше, чем я. А что насчет расходов? Когда вы закончите работу, я вам все возмещу. И, разумеется, ваши старания в порту тоже будут оплачены. Еще я выдам вам неплохой аванс с патронами. Патронами? Доллары больше не имеют здесь цены, мистер Рид. После потопа Окмунд перешел на бартерные сделки. Патроны полезнее чеков. Чтобы начать расследование, мне нужно узнать как можно больше. С чего лучше начать? Я дам вам адрес штаб-квартиры экспедиции и ключ от нее. Это все, что вы можете мне предложить? И еще могу дать вам совет, Рид. Никогда больше не говорите со мной в таком тоне. Простите, мистер Трогмортон, просто чем больше я буду знать, тем лучше. Я человек занятой. Я выделил средства на исследование, но все приготовления вели профессор Доу и Альберт. Когда закончите, приходите в наш семейный особняк. Он Волтгров. Я покажу вам на карте.